Здравствуйте, меня зовут Пьер Моро, я архитектор из Италии, живу на юге России, в городе Ростов-на-Дону. Моя тема сегодня – международная культура проекта, техническое регулирование и стандартизация. Презентация включает 6 пунктов – деньги, взгляды в небо, правила для небоскребов, культура проекта, ГОСТ или ИСО, выводы. Начнем нашу презентацию с небольшого вида. Я думаю, это видео заставило всех нас задуматься о самом важном в нашей жизни. Это сама жизнь. Глядя в небо. Желание смотреть в небо старо как мир. Даже в Библии написано, как строили небоскребов Вавилонскую башню. Первый реальный пример – Великая пирамида в Гизе, построена 4500 лет назад. Все знают Эйфелеву башню в Париже и Empire State Building и так далее. Это Бурдж Халифа в Дубае, который построен в 2010 году. Высота более 800 метров. И правда, почти до неба. Это еще не все. Через 3 года мы увидим Jeddah Tower в Сауди-Арабии высотой больше километров. Если говорить об истории самых высоких зданий за последние 100 лет, то мы увидим, что первые 70 лет века опыт в этой сфере был концентрирован в США. Ваши звук из них была построена в Нью-Йорке. Я сделал краткий анализ 5 небоскребов, включая 2 исторические – Empire State Building и Chrysler. Это краткий анализ включает конструктивный материал, начало строительства, окончание строительства, мировой рейтинг, региональный рейтинг, национальный рейтинг, инженерный проект, архитектурный проект. И вот результат. Конструктивный материал стал бетон композит. Время 3-4 года. Но Empire State Building построили за 14 месяцев, а Chrysler за 2 года. Конструктивный проект местный. Архитектурный проект Рафаэль Виньоли из Уругвая и Ренцо Пьяно из Италии в 2 исключения. Давайте посмотрим на Дубай. Там построили, как мы знаем, самый высокий на данный момент небоскреб в мире. Анализ дает следующие результаты. Конструктивный материал бетон, стал плюс бетон. Время 5 лет. Конструктивный проект местный и известный международной компании. Архитектурный проект тоже. Смотрим на Москву, где построен Federation Towers. Самый высокий не только в России, но и в Европе. 31 место в мировом рейтинге. Результат анализа. Конструктивный материал бетон композит. Время 7 лет. Конструктивный проект США Великобритания. Архитектурный проект иностранный на 90%. А теперь
вернемся в Дубай и рассмотрим Бурдж-Халифа, самый высокий небоскреб в мире. Если мы посмотрим на компании, которые его строили, мы увидим, что конструктивный и архитектурный проект делали один и те же компании. Также и с Princess Tower, но это был местный компании, они же делали инженерные системы. То же самое с 23 Marina, с Scale International и в Elite Residence с местной компанией и с Almas Tower. Из этого анализа ясно, что когда конструктивные архитектурные проекты делает одна компания, времени нужно на 35% меньше. И интересно, 40% проектов делают местные компании. Вернемся в Москву. Вот небоскреб ОКО. Стратегия как в Дубае. Очень известная компания Сон, Скидмор, Оуэнс и Мэри. А какой результат? То же самое, 35% меньше время. Правила для небоскребов. Все очень просто. Не должно быть пожара. Если, например, высота Empire State Building в Нью-Йорке 443 метра, и вы думаете, что вам помогут пожарные с первого этажа, вы ошибаетесь. Они могут помочь только до высоты 50 метров, то есть практически в подвале. Поэтому нужна автоматическая система sprinklers с сенсорами. Как она работает, давайте посмотрим это короткое видео. Когда есть 60 градусов, это результат. Особенно осторожными нужно быть с такими материалами, как текстил. Самое опасное во время пожара – это не огонь, а дым. Дым легко проходит через шахты лифтов. На этот случай есть специальные правила. Пути эвакуации – это тоже специальный проект, рассчитанный на случай опасности. У нас есть реальный пример пожара, который случился в Дубае в январе 2016 года в Дедрес, Дубай. Пожара в небоскребах высотой 302 метра. Здесь только одна компания, Atkins, которая также сделала инженерные сети. Посмотрим видео. Как я говорил, они могут помочь только до высоты 50 метров. То есть практически подвале. Последний важный момент – система сейсмической безопасности. Это результат без сейсмической безопасности. И это с культура проекта. Мой друг, который сегодня сидит здесь, один раз спросил, почему в Италии такая великая архитектура? Вы можете видеть ее в Риме, Венеции, Милане, Неаполе. Я решил ответить на этот вопрос сегодня. Вот мой ответ. Все знают, кто это нарисовал. Но не все знают, что это справа витрувианский человек. И это ключ к архитектуре. Марко Витрувио написал первый учебник архитектуры из 10 книг за 20 лет до нашей эры. Через 1450 лет Леон Батиста Альберти написал 10 книг, а еще через 100 лет Андреа Палладио написал 4 книги. Самое главное, они дали нам учебник, правила, как строить колонны, здания, акведуки и другие правила, которые помогали нам каждый раз делать это лучше и лучше. Типа ГОСТа или ИСа в наши дни. Они написали историю архитектуры и сделали Италию важным центром архитектуры и городского планирования благодаря проекту. В Италии трудно представить, что кто-то попросит вас
построить дом без проекта. Это не наш менталитет, и это даже не закон. Но мы не запрещены, как вы знаете. Вот писанская важна. Наверное, кто-то забыл, что такое геологические изыскания. Но мы итальянцы, даже когда делаем большие ошибки, это приносит нам славу. Это Италия. Но быть архитектором в Италии нелегко. Во-первых, ничего делать нельзя. Все здания – напитники архитектуры и находятся под охраной. Но когда так много исторических зданий, это может быть опасно. Например, это Павия, город, где я учился, 30 километров от Милана. Это был город 100 башен. Посмотрите, в этой башне 78 метров. И все было разрушено в один день. Гостили Иисус. Я любознательный человек, и меня всегда интересует вопрос, когда. Я узнал, что Иисус появился в 1947, а Гост в 1925 или 1940. Попробуем понять, как работает нормальный проект, например, итальянский проект реставрация здания памятника архитектуры. Сначала нужно посмотреть местный закон. Он может быть не такой, как государственный закон. Потом нужно проверить стандарты и проверить все с отделом охраны памятников. Потом с пожарными. Например, если мы строим отель. В то же время нужно работать с документами и сотрудниками, и с клиентом, и с консультантом, и с строительной компанией. Если все идет хорошо, это похоже на игру в пинг-понг в лучшем случае. А когда все идет хорошо, когда все отделы, институты и стандарты связаны между собой. То, что нужно, это гармонизация всех участников. Вот вопрос. Все участники. Это кто? Ответ на вопрос. Гост или ИСО? Неважно. Что важно, это связь между стандартами и участниками. Тогда все будут работать, как уже 2000 лет работает архитектура Витрувия. Но архитектура – это не только высокий небоскреб, это высокая ответственность за зверь. Кстати, что значит «высокой»? Я нигде не нашел точный ответ. Если вы на 20 этаже, это тоже высоко. Это 60 метров проекта. Это ответственность. Я ненавижу, когда говорят, что архитектура – искусство. Это неправда. Это техническая работа. А результат этой работы – на благо всего общества. Выводы. Все больше и больше я вижу в будущем, что комбинацию архитектура, инжиниринг и дизайн будет делать одна компания. Лучше, если эта компания сможет строить под ключ. Так будет легче контролировать безопасность, а это приоритет. Но ответственность должна быть на всех участниках и заказчиках, а не только на архитекторе, который делает проект. Поэтому нужен более серьезный закон о проекте в Российской Федерации. Университеты также должны быть частью этой системы. Они должны быть ближе к реальности и дальше от идеи искусства. Ключ – это координация, кооперация и связь всех на 360 градусов. Но больше всего в России нужно больше профессиональных специалистов. А для этого нужно все, что я сказал ранее. Меня зовут Пьер Моро, я итальянский архитектор. Живу и работаю в России. Моя компания R-Studio House в Ростове-на-Дону. Моя мечта – экспортировать в будущем российского итальянского проекта по всему миру. Спасибо за внимание.